Финансовые вопросы более глобального уровня решают сейчас на уровне региона. Необходимы средства на строительство хирургического корпуса областного перинатального центра. Возможность выделения денег обсудили во время личной встречи Игорь Кобзев и Сергей Сокол. Временно исполняющий обязанности губернатора и председатель законодательного собрания затронули еще множество важных для региона вопросов. В том числе оба сошлись во мнении, что необходимо скорректировать бюджет Прибайкалья для обеспечения жильем тех, кто пострадал от паводка этим летом. Нужны немалые деньги и на восстановление социальной инфраструктуры. Кроме того, планируется проведение работ по берегоукреплению и расчистке русел рек. Делать это будут для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ЧП. Хорошее подспорье в таких случаях – помощь из федерального бюджета, однако использовать средства необходимо грамотно. Этому сейчас планируют уделить больше внимания. Я начал уже вникать в наши проекты. Для меня было нонсенс, когда деньги, которые выделяются из национальных проектов, на финансирование, возвращаются обратно в федеральный бюджет.